Здравствуйте, вы смотрите «Вести КамАЗа», а значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на камском автогиганте. В студии Павел Михно и Ксения Чернильцева. Коротко о главном. Выпускают тормоза, но их не остановить. Очередной производственный рубеж преодолело совместное предприятие «Кнор-бренд Кама». Дорогу талантам и праздник музыки городу. Денис Мацуев вновь посетил набережные Челны и КамАЗ. Ловкость рук и цепкость ног. На КамАЗе выяснили, где работают самые лучшие скалолазы. На совместном предприятии «Кнор Бремзе Кама» выпущен 2-миллионный барабанный тормоз. Это первый и по сей день основной продукт, запущенный 11 лет назад в производство в набережных Челнах. Сегодня ассортимент выпускаемой продукции, а также география продаж гораздо шире. И это, как говорят на предприятии, только начало пути. Что сделано и что только предстоит воплотить в жизнь этому СП, расскажем в нашем первом сюжете. Торжественное мероприятие по случаю выпуска 2-миллионного барабанного тормоза открыли прибывший из Германии доктор Лайер, член исполнительного комитета Кнор-Бремзе АГ, генеральный директор Кнор-Бремзе Кама господин Киндерман и генеральный директор КамАЗа Сергей Кагогин. Он отметил уровень качества продукции, выпускаемой на совместном предприятии. Очень важно уровень качества, который обеспечивает СП, то есть брак равен нулю. И очевидно, что и для наших производств сегодня это служит ориентиром, то есть наши производители тоже должны ориентироваться на тот подход, те стандарты качества, которые присутствуют в Кнор-Бремзе, и мы будем стремиться к тому, чтобы все производства КамАЗа были такими же. Высокие гости расписались на юбилейном барабанном тормозе, который в дальнейшем пополнит коллекцию музея и предприятия, и оценили масштабы проделанной работы в новом цехе. В этом корпусе, как вы видите, у нас есть запасные площади. Благодаря этому мы сейчас можем четко заявить, что у нас есть возможности для дальнейшего расширения нашей продуктовой линейки. И мы готовы сделать эти следующие шаги. Я бы хотел поблагодарить команду Кнор-Бремзе Кама за те замечательные достигнутые успехи. И мы надеемся, что команда с таким же энтузиазмом и с таким же интересом будет развиваться и работать дальше. Новый цех, открытый в октябре прошлого года, еще не освоен на все 100%. Но постепенная плановая работа здесь не прекращается ни на минуту. Закуплены суперсовременные станки и почти завершена их отладка. Буквально на днях доукомплектуют испытательную лабораторию. Основные новые продукты, которые мы планируем запустить вот в новом цехе, это будет производство дисковых тормозов. У нас предусмотрен план по пошаговой реализации этого проекта. И вот уже часть оборудования, как первый шаг, уже было запущено, и сегодня как раз оборудование было принято. Стоит отметить, что концепция производства дисковых тормозов, которая предусмотрена на Кнор-Бремзе Кама, в том числе учитывает особенности перехода на новый модельный ряд грузовиков КамАЗ. Мощностей предприятия достаточно, чтобы обеспечить автогигант тормозами как текущего, так и будущего поколений. Алсу Валеева, Михаил Матвеев, «Вести КамАЗа». На одном из участков кузнечного завода обновили пост технического контроля. Рабочие места пережили непростую реконструкцию. Они стали более эргономичными. Таким образом, получилось облегчить труд заводчанам. Кстати, главной задачей обновления рабочих мест стало снижение уровня брака. А дополнительным плюсом стало увеличение штата. Идея такого обновления зародилась в прошлом году, а в этом проект получил реализацию. Помог и предыдущий опыт, когда впервые в КПК-1 была оборудована отдельная поточная линия люминесцентного контроля и упаковки коленчатых валов по заказу Volkswagen Group Rus. Для организации нового пункта технического контроля его перенесли с другого конца цеха. При этом удалось избавиться от лишних перемещений, сократить маршруты погрузчиков и сделать процесс дробиочистки практически непрерывным, а работу линии более мобильной. На участке довольно светло, тихо, то есть данные работники не отвлекают посторонние шумы, которые в первую очередь как раз и сказываются на качестве продукции. Основная цель проекта – снизить количество брака, повысить производительность труда, достичь наилучшего качества. А это станет возможным, если будут улучшены еще и условия работы специалистов ОТК. Работать, конечно, стало лучше, потому что сейчас мы работаем в закрытом помещении, меньше шума, намного лучше освещение. В перспективе здесь появятся шторы, которые еще улучшат шумоизоляцию. Планируется обустройство вытяжки. Пока новый пункт ОТК работает в одну смену, но в будущем здесь будет организована двухсменка. В каждой будут трудиться по 4 человека, 2 контролера и 2 укладчика-упаковщика. Тагир Закиров, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, «Вести КамАЗа». Талантливые дети вновь получили уникальный шанс благодаря КамАЗу. В набережных Челнах прошли конкурсные прослушивания и мастер-классы благотворительного фонда «Новые имена».
В этом году на стипендию фонда претендовали воспитанники детских музыкальных и художественных школ не только Набережных Челнов, но и других городов Закамья, а всего 64 музыканта и 29 художников. Напомним, год назад с такой же миссией всемирно известный музыкант Денис Мацуев и его команда впервые побывали в Челнах. Стипендиатами тогда стали сразу четверо юных челнинцев. И этот год для фонда вновь выдался урожайным на таланты. Сменяя друг друга, звучат гитара, виолончель, баян, аккордеон, балалайка и духовые инструменты. Юные музыканты в возрасте от 6 до 14 лет, не скрывая волнения, проходили прослушивание в детской музыкальной школе номер 5. В прошлом году проект включал только мастер-классы. И прослушивание, как новая форма, стало настоящим испытанием для юных талантов. Я решил выступить на этом конкурсе, на этом прослушивании, потому что я подумал, что оно довольно престижное. И тут есть много соперников для меня. Я захотел испытать свои силы и посмотреть вообще, что получится. Прослушивали ребят именитые преподаватели Московской среднеспециальной музыкальной школы и Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской государственной консерватории имени Чайковского. Мы в ноябре выиграли очень серьезный грант, президентский грант, который называется «Новые имена России» проект. Он трехлетний, и его задача – отобрать 150 самых талантливых детей России. В него вошло 17 регионов. Вот, и сейчас мы уже объехали 7 регионов. Это второй куда, восьмой, куда мы приезжаем. Кроме разовой стипендии, победителям полностью оплатят поездку на двухнедельное обучение. Любопытно, что стипендиаты должны будут подтвердить свое мастерство и на следующий год, чтобы вновь получить стипендию и возможность обучения. Международный благотворительный общественный фонд «Новые имена» за свою историю воспитал несколько поколений артистов. И однажды на мировой сцене зазвучат имена тех челнинцев, которым сегодня повезло попасть под его опеку. Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев, «Вести КамАЗа». Накануне в органном зале состоялся благотворительный концерт Дениса Мацуева. Пианиста в Набережные Челны в очередной раз пригласил гендиректор автогиганта Сергей Кагогин. На творческом вечере, помимо выступления музыканта с оркестром Игоря Лермана, наградили и номинантов фонда «Новые имена», председателем которого как раз и является Денис Мацуев. Первое, что сделал маэстро в Автограде, оценил камский большегруз изнутри и на ходу. Представили музыканту и последнюю модель гоночного грузовика «КамАЗ-мастер». Здесь сопровождающим стал пилот Дмитрий Сотников. Делясь своими впечатлениями с гендиректором автогиганта, Денис Мацуев заверил, что посвятит одну из своих композиций этой прекрасной машине. Что касается главного повода приезда музыканта в Набережные Челны, а это поиск одаренных детей, то, по мнению Сергея Кагогина, эта практика очень успешная. Мы нашим детям открываем окно в следующие шаги. Без этого сделать это невозможно. То есть, если они не прикоснутся к высочайшему мастерству и не попадут в среду особо талантливых людей нашей страны, то, наверное, ничего с ними не произойдет. По итогам прослушивания были выбраны 8 челнинцев, четверо из которых получили путевки в творческую школу в Суздале за счет фонда «Новые имена». Остальным такую возможность подарили Альфия и Сергей Кагогины. Второй год подряд лучшие педагоги Московской музыкальной школы приезжают сюда к нам для того, чтобы дать мастер-классы и организовать прослушивание для наших одаренных детей. Большим источником вдохновения и подарком для всех юных талантов стало само выступление Дениса Мацуева. В этот вечер он подарил незабываемое путешествие в мир музыки для всех присутствующих в зале, тем самым став примером того, каково это – идти в ногу со своей мечтой. Это не индустрия, мы не раздаем эти стипендии, потому что стипендия «Новых имен» – это очень высокая планка, это… Уникальные дети. Это дети, которые имеют все шансы стать серьезными, большими, глубокими музыкантами. И вот уже второй год у нас уровень просто потрясает. Я благодарю всех, кто занимается с этими детьми. Я рада, что я победила. И это было очень неожиданно. Мне помогал мой преподаватель. Я занимаюсь на домре, участвую в конкурсах. В этот вечер на сцену вместе с маэстро вышли музыканты камерного оркестра Игоря Лермана, а также юные дарования, победители конкурса «Синяя птица», которые также являются участниками фонда «Новые имена». Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, «Вести КамАЗа».
она гармонична в танцах народов мира. Чутко и вдумчиво изучает особенности каждого, как бы растворяясь в них, и сама расшивает национальные костюмы. Чулпан Гимадинова, сценарист, организатор и постановщик заводских торжеств дизелистов, встретила на этой неделе свой профессиональный праздник – День работника культуры. А затем встретилась по этому поводу и с нашей съемочной группой. Кстати, в одном из собственноручно сшитых нарядов, которыми всегда удивляет. Творческая группа «Гармония души» встречает своего главного идейного вдохновителя. Чулпан Азгатовна дала заводской самодеятельности второе дыхание. Сама и поет, и танцует. На заводе организовала танцевальные и вокальные ансамбли. Открыла театральное направление и уже успела завоевать призовые места со своими подопечными на популярном и любимом заводчанами камазовском конкурсе «Автоград». И все это за каких-то 3 года работы. Когда она пришла на наш завод, я увидела в ней такое обаяние, такую красоту, такое чувственное отношение к людям. Красота и разнообразие сценических нарядов демонстрируют широкий репертуар творческой группы. И в каждом образе своя изюминка, благодаря талантливым рукам Чулпан Азгатовны. Я, конечно, сама выдумываю это все. Прежде чем выдумать и красиво сделать, в интернет захожу в какие-нибудь журналы. Она с детства наполнена жаждой творчества. Еще девчонка влюбленными глазами смотрела на танцующую маму. Приехав в Автоград из Казахстана, 16-летняя пришла в камазовский танцевальный коллектив «Рябинушка». Колесили по республике, прославляя город и завод. А затем, оперившись, отправилась в самостоятельный полет, успев поработать со многими известными певцами – Ханьей Фархейхом, Дуной Тимиргалиевой, Виталием Агаповым. Вдохновленная их песнями, создавала новые танцевальные композиции, шила костюмы. Параллельно в душе молодой артистки крепло желание собрать свой танцевальный коллектив. Свой педагогический талант смогла раскрыть в стенах подшефной гимназии завода, а затем и в техническом колледже имени Поташова. Мы там были очень хорошие. Я хочу сказать, что такие ребята пришли ко мне, что мы даже всероссийский конкурс выиграли. Творческая душа Чулпан Азгатовны продолжала взрослеть и просила масштабных постановок. Все осуществилось на заводе двигателей. Чулпан Азгатовна у нас очень интеллектуальная, творческая личность. Она возродила художественную самодеятельность у нас на заводе. Сейчас наша неугомонная героиня готовит праздник к 9 мая. За короткое время она смогла сплотить на заводе большую творческую семью, раскрыла много талантливых людей самого разного возраста, подарив им веру в себя. Кристина Маматова, Михаил Матвеев, «Вести КамАЗа». 45 минут чистого адреналина и море позитива. КамАЗ провел турнир по скалолазанию, в котором приняли участие команды из 12 подразделений автогиганта. Совместный проект профсоюза КамАЗа и челнинской сети скалодромов помог еще раз проверить физическую подготовку заводчан и позволил участникам почувствовать себя на пике. Ну то есть покорителями вершин. Это первый опыт организации подобных соревнований, и сразу заметен интерес камазовцев к данному виду спорта. Заявились 12 команд, в каждой по 7 человек. Возраст и пол значения не имеют. В рамках того, чтобы люди вообще узнали более массово о скалодроме, то есть предложили совершенно бесплатно провести большие крупные соревнования где-то на 100 человек. А руководство КамАЗа, получается, пошли навстречу, сказали: все, окей, давайте сделаем. Участникам предстояло пройти 45 маршрутов, все разной степени сложности. За каждый начислялись очки. Прошел с первого раза зачет, со второй попытки балл поменьше. Люблю спорт заниматься, различный экстрим тоже занимаюсь. Вот это первый раз скалолазание. Понравилось очень, классно. Настроение веселое, все люди позитивные здесь такие. Хотелось бы, наверное, побольше таких соревнований, чтобы проходили. В итоге наибольшее количество баллов, 684, набрала команда блока заместителя генерального директора по развитию. Второе и третье места, соответственно, заняли завод двигателей и челны «Водоканал». Хотелось бы поблагодарить администрацию скалодрома «Эверест», а также их руководителя Болтачева Даниила за предоставленную возможность участия в сегодняшних мероприятиях работников КамАЗа. Стоит добавить, что между КамАЗом и скалодромом действует договор, по которому работникам автогиганта предоставляется скидка на посещение. А это дополнительный стимул открыть для себя новый увлекательный вид спорта. Екатерина Романова, Ради Ганеев, «Вести КамАЗа».
Кто на КАМАЗе признан самым выносливым космонавтом. Расскажем, как финишировал проект «Звездный путь» уже в следующий понедельник, 8 апреля в 18:00 на телеканале Челны ТВ. И не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганта и города там обновляются ежедневно и без выходных. На этом нам, Ксении Чернильцевой. И Павлу Михно остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания.